Ух, успел. Так. Всем привет, с вами Аркс Плюй, и это у нас ПВП Плюй. Ух, еле успел принять игру, сразу же прибежал. Ну что ж, по традиции у нас будет ПВПшечка. Вечернее время по моему времени, у меня сейчас вечер. Давайте, как всегда, будем рандомить. О, квапа. Квапулечка. А он тоже рандомил, интересно? Нет, пока нашел не рандомил. Квапа, довольно интересный герой. Надо посмотреть, какой будет у него. Надо будет глянуть. Здесь у нее очень много нюансов. Я вам сейчас скажу, какой нюанс. Да давай, говно, быстрее пикай, чмошник. Квапуля, нам на нее сет выпадал, когда я играл контракты, я записывал это. Ну. Смотрите, у нее есть как бы есть первый скилл, да, такой довольно хорошо дамажит врага. И враг хорошо проседает. О, господи, Иисусе, Свен. Но он наносит урон не сразу же. То есть враг может просто за это время отличиться любыми танго и так далее. Так, прыжок, удар. Поэтому мы сделаем, как обычно, Акаша таким вот образом. Вот так сделаем. Потом сделаем вот так вот. А, стики покупать смысла нету. Потому что Свен будет редко использовать скиллы. Ну, вот так вот давайте сделаем. Let's go. Мы сделаем таким образом, да? С одной стороны, хочется замаксить первый скилл, но еще раз говорю. Этот скилл, получается, будет ложным, да? Мы не сможем сразу ворваться, сделать прокаст и убить врага. Мы кинем первый скилл, он будет потихонечку тухнуть, тухнуть. Это очень плохо. Из-за этого у нас может быть неверный расчет, мы можем подохнуть. Поэтому мы качаем первый скилл на один раз, как это и делает обычная каша, да? Так, мы сейчас сделаем таким вот образом прыжок, вот это и ульта. Качнем сейчас первый на один раз, только для того, чтобы просто вначале немного его гнобить. Но это акцент будем делать на третий скилл. Как-то так. Не забывайте, что руны вначале не появляются, первые руны. Скоро, кстати, выходит обновление Доты, совсем скоро, я потом обязательно сделаю обзор. И уже могу сказать, что там будет нововведение, да, что первые руны всегда будут баунти руны. То есть, первые руны будут обе руны богатства. Так, привет, мой друг. У Свена очень хороший стан, очень хороший. У нас есть прыжок. Думаешь, парашник будешь фармить? Не хочу тебе давать фарма. Но у нас есть также, да, второй скиллок. Лол. Мне кажется, он просто тупо ливанет. Он же ливанет, да? Да, ну ему сложно. А кто сказал, что будет легко? Извините, мне и кентавры попадались. Много кто попадался. Эй, говно. Опа. Опа, о, пес, о, больно, больно, псу больно. Все, теперь будем максить третий скилл, обязательно только третий скилл. Первый мы прокачали, пускай он его дамажит потихонечку. Нормально. Опа, эй, говно. Так, давайте задоним крипа. Пукс, нормалек. Он потом вообще ни одного крипа не убил, а босса ж. Да-да-да, у него станчик есть, у него больно, больно, станчик бьет, больно. Надо придумать, как мы будем его убивать. Гнобить по КД только если пробовать. А второй скилл мы тоже не будем прокачивать, то есть на один раз качнули и хватит. Давайте сделаем пока антипуш лайна. Нормально. Ох, неприятно, братюня, да, неприятно, я тебя понимаю, братиш. Ну что сделать, ну что сделать, это рандом. У меня рандом, скорее всего, у него тоже рандом, я уверен. Он не стал бы это говно пикать в любом случае. Мы можем пробовать убить его с ульты уже 100%, он будет хороший АОЕ прокаст. Вот видите, у него уже горит попочка мармеладная. Сладенькая попка у него, кстати, я заметил. Можно вообще попробовать собрать дага, но это будет, наверное, долгий очень фарм. А что еще собирать? Тапок нам нафиг не усрался.
Мне кажется, он ливанет реально, но вообще у него шансы минимальные. Так, все, прокачиваем третий скилл. Третий скилл прокачаем. Поехали. Раз, два. Ладно, постараюсь забирать этого крипа. Я бы, знаешь, что сделал? Я бы купил бы еще варды. Кстати, было бы неплохо. Или пойти сразу в Даган, я вот думаю. Ну, Даган это отличный арт в любом случае для силовика. Кстати, Свен вообще ушел с лайна. Неужели он в лес пошел? Вы что, шутите, что ли? Прикиньте, он в лес... А, вот он, даун. ДДшкой бежит такой. Счастливый. Но он меня сейчас не должен убить все равно. Да. Ну, я сейчас уйду. Пока, говно. Ага, убийца. Ой, ты убийца. Говно. Говно. У него стана нет у этого говна. Стана нету у него. Так, у нас сейчас 165. Нет, не убьем, не убьем. Все будет больше. У нас заколебали крипы обоссанные. Эй, чмо. Сейчас я очень сильно рискую, надо быть осторожным. У него 140, я помню, прекрасно. Примерно столько стоит. На, говно. Так, нам нужно, короче, бегать, чекать руну сейчас. Будет новая руна. Руна, руна. Все, пойдем за новой руной. Все, уходим. Потому что очень опасно, может нас убить прокаст эта чушка боссаная. Ну и давайте уже позовем курочку. Эй, друг мой. Лови, парашек. Тухни, тухни, говно. Тухни! Пу! Так, тихо, осторожно, осторожно. Ульта появляется, отлично. Давай, братюня. Но самое главное еще потом рассчитать ману. Ах ты, чмо. Ну-ка, сколько у нас здесь? 350. Мало, мало. Ну, почти. А, нормально, нормально задел. А я думал промахнуть, но вы видели? Это такой бред был. Вот я честно, я просто тупо спонтанно кинул ульту. То есть, ну, я не рассчитал, грубо говоря. И реально я подумал, я даже сказал, что я промахнулся. Нет, смотрите, не промахнулся. Локсанный. Хотя, у него тоже есть потенциал, безусловно. У него есть потенциал. Свен довольно сильный герой. Очень сильный герой. Так, опять качаем третий скилл. Еще раз говорю, именно вот этот PvP я качал в первую очередь третий скилл. Обязательно. Потому что, еще раз говорю, первый скилл, он будет ложным. Мы не сможем нормально рассчитывать дамаг наш. А просто он будет тухнуть, да. Ну, короче, я уже говорю, это все. Это все бред. С Даганом нам миллион шансов на миллион раз больше убить его. Просто магический урон в рожу ему. Тык-тык-тык. О, хорош, хорош, хорош. Больно, больно, больно. Пушим лайн, пушим. Пушим. Так, все, все, без фанатизма. Там появилась руна, let's go. Ну, все, в принципе, доминирование полное пошло. Это хорошо. Но еще рано радоваться. Нам нужно еще победить. Так, у него сейчас стана нету. Говно. Говно. Как у него сейчас жопа загорит. Так, внизу тоже руна появилась. Так, все, бежим. Давайте качнем второй скиллок. Там будет уменьшаться у нас КД и дальность увеличиваться. Отлично. Ох, руночка регенки. Спасибо, детка. Ну что ж, говно, ты играешь до моей ульты. Он даже собрал Soul Ring, прикиньте, Soul Ring. Мальчик собрал. Пускай ждет мою ульту, потом будет ему больно очень. Самое главное, еще раз говорю. А, да, видите, у него этот есть, Soul Ring. А, ну ты че, дурачок что ли, зачем? Зачем так поступаешь, какашка, зачем? Вот летит. Изи бризи. Изи бризи. Обоссали пса. Тра-ла-ла-ла-ла.
Ну, опять же, да, я согласен, что у меня было гораздо больше потенциала победить, но это рандом, понимаете? Мне тоже далеко не всегда везет на рандоме. Бывает, куча говна выпадает бесполезно, которым невозможно победить. Но факт есть факт. Свен тоже довольно сильный герой со станом, да? У него была бы там ульта и так далее. Но пропукал, пропукал. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.